Уважаемые коллеги, уважаемые участники, добрый день, рада всех приветствовать. Друзья, меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта SIFO Cafe Fintech Stop, организатора профессиональных онлайн-событий. Мы с вами встречаемся сегодня уже на третьем вебинаре, который проводим совместно с нашим партнером аудиторской компании «Правовест Аудит». Спасибо большое, друзья, за ваши великолепные отзывы. Мы действительно у «Правовест Аудит» одни из сильнейших специалистов. И по прошедшим мероприятиям все материалы рассылали. Пожалуйста, пишите, если кто-то пропустил это письмо. Рекомендую обязательно с ними ознакомиться. И мы обычно наших партнеров, наших спикеров просим предоставить нашим участникам какие-то подарки. И вот от «Правовест Аудит», друзья, рекомендую ими воспользоваться. Во-первых, специальный бонус для участников наших событий – это видеокурс Ирины Лихнихевич по ФСБУ 5/2012. Запасы. Будем разбираться про практические применения с 1 января 2021 года. Поэтому, друзья, можно переходить по ссылке прямо под онлайн-трансляцией и получить этот курс совершенно бесплатно. А еще при аудите до конца этого года, вернее, до 31 февраля 2022 года, если вы проведете аудит до этой даты, можно получить выгоду 15%. Тоже подробнее по этому спецпредложению можно узнать, получить информацию, пройдя по ссылке под онлайн-трансляцией, друзья. А я пока потихоньку перехожу к теме сегодняшней встречи. Мы сегодня с вами поговорим про проблемного контрагента. На самом деле, я уверена, что вы так или иначе уже неоднократно сталкивались с претензиями налоговых органов по части работы контрагентов. Так давайте сегодня же разберемся, какие здесь риски есть и как их можно минимизировать. Поможет нам в этом Наталья Наталюк, ведущий специалист по налогам и юрист по налоговым и гражданско-правовым спорам компании «Правовест Аудит». Наталья, передаю вам слово. Всем доброе утро, Василия, спасибо за представление. Ну что ж, загружаю презентацию и начнем наш вебинар. Так, сначала. Итак, сегодня будем с вами разбирать как раз основные вопросы, налоговые риски, связанные с проблемными контрагентами. Но как ни крути, что львиная доля на сегодняшний день претензий как раз выпадает на претензии, связанные с проблемностью наших контрагентов. Просят уточниться, представить уточненные декларации, особенно ПНДС, да, за то, что наши контрагенты не исполняют свои налоговые обязательства и не создают так называемый резерв для того, чтобы мы с вами могли претендовать на возмещение и иметь право на вычет по налогу на добавленную стоимость. Очень много претензий было, в принципе, всегда, и наших контрагентов ранее называли не техническими компаниями, а больше компаниями-однодневками, подозревали налогоплательщиков в связи с такими компаниями, либо наши контрагенты якобы тоже имеют связи, порочные связи, да, с этими компаниями-однодневками. Ну, как раз давайте разберемся, каковы же тренды на сегодняшний день, на что обращают внимание налоговые органы. Ну, мы с вами уже отметили, наверное, для себя на практике то, что действительно и налоговые органы очень часто говорят, и многие эксперты, что количество выездных налоговых проверок сокращается, но, тем не менее, поступления в бюджет, они растут. За счет чего? В том числе за счет добровольного уточнения налоговых обязательств. Но если вы обратите внимание на слайд, который представлен сейчас на экране, мы видим и такую тенденцию, что все-таки рост доначислений по результатам выездных налоговых проверок, в том числе из-за претензий, из-за контрагентов, конечно же, они есть. Но давайте, вот у нас есть такая статистика за первое полугодие текущего года. Мы видим 802 проверки по Москве, больше, чем в 2019 и 2020 году. В 2020 понятно, там у нас был налоговый
мораторий на проведение выездного налогового контроля. Но даже если сравнить с 2019 аналогичный период, мы видим, что действительно есть такой вот существенный рост по количеству по доначислениям. Тоже, как видите, как по Москве, средняя сумма доначисления на одну выездную проверку 48, по Санкт-Петербургу аж 635,2 миллиона рублей, по Московской области 78. А в целом по России средняя сумма доначисления на одну выездную налоговую проверку составила уже 46,4. То, что у нас задумали налоговые органы на начало года, рост доначислений по сравнению с 2019-2020 годом, планы, как мы видим, выполняются. Так вот, конечно, основной такой вот тренд и на добровольное уточнение налоговых обязательств вне рамок проверок за счет представления уточненных налоговых деклараций, за счет того, что налоговые органы направляют уведомления налогоплательщикам о необходимости уточнить, и, конечно, вызывает на разговор. И кроме того, борьба с техническими компаниями налицо как в рамках выездных налоговых проверок, так и за их пределами. Давайте разберемся как раз, что же на самом деле нужно знать на сегодняшний день, и что должно нас с вами настораживать, и мы должны с вами пытаться защитить свои законные права и интересы. Ну, в первую очередь, то, что выездная проверка всегда будет результативной. Конечно, в первую очередь нужно пытаться избежать выездного налогового контроля, потому что мы знаем, что сумма, как мы видели, достаточно серьезная для начисления, и помимо того, выездная налоговая проверка может повлечь за собой еще и негативные последствия финансовые для руководителей, для собственников, для бухгалтеров. Да, вспомним ту же самую уголовную ответственность за неуплату налогов. Это часть следствие 1 или 2 99 УК РФ. И, конечно же, еще субсидиарная ответственность. Ее тоже, к сожалению, никто не отменял. И, как мы видим, тенденция такова, что за налоговые долги компании, если сама компания не в состоянии рассчитаться, рассчитываются очень часто кто? Руководители, собственники и бухгалтера. Поэтому, конечно же, не хотелось бы доводить до того, чтобы еще финансово страдали конкретные должностные лица компании. Чтобы всего этого избежать, нам с вами нужно уже заранее, конечно, пытаться найти вот те нехорошие налоговые зоны риска в своей компании и стараться их нивелировать. Но в первую очередь, откуда идет риск, запросы налоговых органов? Налоговые органы пытаются получить именно от нас, налогоплательщиков, необходимую информацию. Как мы видим, такой вот тоже один из трендов, особенно по нашему московскому округу, это направление требований налогоплательщикам о представлении документов и информации в рамках части 2 статьи 93 прим. Налогового кодекса. Налогоплательщики в рамках закона могут истребовать какие-то документы по сделке, либо по нескольким сделкам. Что делают наши любимые налоговые инспектора? Они направляют требования, указывают, чтобы налогоплательщик представил все имеющиеся документы по всем контрагентам за 1,5, 2, а то и за 3 года. Насколько это законно? Сразу возникает вопрос. Незаконно. И именно эту точку зрения поддерживают в том числе и суды. Вот как раз вы сейчас видите на экране, на слайде, есть очень интересное постановление 9-го арбитражного апелляционного суда. Это наш с вами Московский округ 20 сентября текущего года. Что здесь произошло? Ну, аналогичная ситуация, то, что я упоминала. Налогоплательщик получил требование представления документов информации, как раз ссылка на часть 2 93 прим. И большое количество документов требовали абсолютно по всем сделкам. Вот несколько тысяч сделок были поименованы. И здесь, конечно, сразу возникает вопрос, для чего налоговому органу необходимы такие вот объемные документы, в связи с чем? Проверяет ли это действительно какую-то отдельную сделку, либо все-таки это идет предпроверочный анализ для того, чтобы прощупать и получить документы в отношении конкретного контрагента и, возможно, назначить выездную налоговую проверку. В данном случае налогоплательщик не стал представлять документы со ссылкой на то, что на самом деле требуются документы не по конкретным сделкам, а аж по несколько тысячам сделкам. То есть, и, соответственно, нет обязанности представлять документы информации, не связанные с конкретными сделками вне рамок налоговой проверки. И суды поддержали. Более того, суды указали, что на самом деле запрос документов, информации по всем договорам за продолжительный период времени, но продолжительный период времени это 1,5-3 года, ну, естественно, продолжительный, не может расцениваться как запрос по конкретной сделке либо нескольких сделок.
То есть фактически проводится проверка деятельности самого налогоплательщика. Вот это мы с вами должны прекрасно понимать. Конечно же, когда мы с вами не представляем документы налоговым органам, это очень не нравится, и нужно быть готовым к спору. Но меня радует то, что на самом деле, когда есть действительно нарушение прав налогоплательщиков, мы смело с вами выходим в суд, создаем, хоть у нас не прецедентное право, но все равно практику, к которой все-таки налоговые органы должны будут прислушиваться. Итак, постановление 9-го арбитражного суда, вот аналогичное дело по нашему тоже округу, здесь два круга рассмотрения, прошел спор. Так вот здесь то же самое, что в предыдущем споре пытались незаконно истребовать документы в отношении самого налогоплательщика. Поэтому, конечно, было сказано, что предпроверочный анализ не является самостоятельным основанием для истребования документов в отношении в том числе и контрагентов, потому что здесь прекрасно прощупывается, что проверяются здесь уже больше не какие-то сделки с конкретными контрагентами, а все-таки полностью деятельность налогоплательщика. Поэтому, если сталкиваетесь с такой ситуацией, ну, все-таки нужно, наверное, все-таки спорить, отставить свои права и интересы, тем более вот помощь вам судебную практику, которую я вам привела. Идем дальше. Что касается с нашими любимыми контрагентами претензии, это как раз представление неких уведомлений в письменном виде о том, что у налогоплательщика есть контрагенты проблемные. Проблемы заключаются в том, что они не исполняют свои налоговые обязательства, то есть не платят налоги в бюджет. Чаще всего такие претензии связаны, конечно же, с НДС. Получив такое уведомление, ну, наверное, не очень приятно, и налогоплательщики начинают задумываться над тем, что предложил им налоговый орган. Очень часто в этих уведомлениях написано, в связи с тем, что у вас есть связи с проблемными контрагентами, которые имеют признаки техничности компании, то есть они не могли исполнять свои обязательства по договору в силу того, что они не приобретали товар, который якобы вам реализовали, в том числе, да, не исполнили даже обязательства по уплате налогов, ну, то есть это вот такая типичная техническая компания, поэтому мы предлагаем вам уточнить свои налоговые обязательства путем подачи уточненной налоговой декларации и уплаты соответствующих пени, ну, а потом уже, скажем так, принимать решение в отношении этого контрагента. Ведь сейчас очень часто, в том числе и в уведомлениях, налоговые органы пишут еще и следующее предложение о том, что вот эту сумму уточнений можно будет потом взыскать того же самого контрагента, используя налоговую оговорку. В чем секрет и почему налоговые органы заинтересованы в этой налоговой оговорке, поговорим чуть попозже, потому что момент очень интересный. Так вот, что пугает очень многие компании, скажем так, вот такой вот заход налогового инспектора, когда ему предлагают уточниться. Обычно последний абзац, то есть сначала предложение уточниться, а если это не будет сделано, мы будем назначать тематическую выездную проверку. Насколько это действительно так, нет ли это не блефует, как говорит налоговые инспекторы. Нет, на самом деле есть опять же тренд 2021 года в налоговом контроле увеличение количества именно тематических выездных налоговых проверок, особенно по НДС, за 1-2 квартала по конкретному налогу. Налог на прибыль не так часто, вот НДС все-таки на практике встречается гораздо чаще. Это такая неглубокая комплексная проверка, которую мы обычно привыкли, это 3 года проверяется практически по всем налогам. А здесь только конкретно один налог. И как раз налоговые органы, налоговые инспекторы на местах, они нацелены на то, чтобы проводить тематические проверки. Так я вот к чему. Получив такое уведомление, либо если мы, как налогоплательщики, вызываемся на комиссию, так называемую, на разговор с налоговым инспектором о том, что необходимо подать уточненную налоговую декларацию, поскольку все-таки есть связи с техническими компаниями, а если мы это не сделаем, то, конечно же, выездная уже знаете, какая проблема и так далее, и так далее. Как быть? Что делать? Ну, в первую очередь, если действительно мы с вами уверены в том, что, во-первых, мы являемся добросовестными налогоплательщиками, никаких связей с техническими компаниями, с налоговым схематозом мы не имеем, а наши контрагенты тоже исполняют свои налоговые обязательства. У нас есть соответствующие, по крайней мере, доказательства проявления той самой пресловутой должной осмотрительности при выборе контрагента. Если мы с вами доказываем эти моменты и стоим на, скажем так, на правде, на своей, и
в этом случае и на практике встречается, когда налоговые органы действительно возникают, они говорят, ну да, хорошо, мы принимаем эти моменты, либо они не признаются, что они принимают, что действительно налогоплательщик не имеет связи с техническими контрагентами, либо он не знал и не мог знать о техничности этих контрагентов при исполнении ими налоговых обязательств, и просто, скажем так, ну, отстаёт. Не назначается никакая тематическая проверка, ну и, в принципе, дальше налогоплательщик живет и дальше. Но есть истории более печальные, когда все-таки пытаются настаивать налоговым инспекторам, потому что все-таки нужно уточниться, давайте подумаем, это такое психологическое давление, особенно на комиссиях, поэтому помимо того, что такая вот дружеская рекомендация, обязательно нужно реагировать на все письма, требования, уведомления налоговых органов, обоснованно отвечать с прикладыванием соответствующих доказательств в письменном виде, в том числе ксерокопии представить, например. И приезжая на комиссию, нужно отстаивать свою точку зрения и приглашайте, пожалуйста, налоговых юристов, они тоже вам помогут вести правильно разговор с налоговым инспектором для того, чтобы не было соответствующих, в том числе, психологического нажима. Ну, пойдем дальше. Что касается у нас вообще вот этих вот комиссий по зарплатным, да, вот здесь буквально пару слов, просто смею напомнить, потому что вопросов очень много, то, что сейчас такие вот запросы, а зачем это вызывает по зарплатным комиссиям, вроде как бы это не особо так интересно. На самом деле интересно. Все, что касается зарплаты, всегда было интересно, 21 год тоже не исключение, в том числе по убыткам тоже налоговые органы, здесь они активно проверяют и задают вопросы. В том числе, вот что касается зарплатных комиссий, напомню вам, по НДФЛ, по страховым взносам, здесь автоматически база освещается, и если база по НДФЛ, она все-таки ниже, чем по взносам, возникает вопрос, а все ли вообще на самом деле хорошо. Если есть факт на то, что заработная плата в компании меньше МРОТ или ниже средней заработной платы по субъектам, ну, соответствующие, здесь тоже возникает вопрос, а нет ли схем таких зарплатных, не платят ли зарплаты в конвертах. Поэтому я вам рекомендую просто периодически заходить на сервис на сайте налоговой службы, налоговый калькулятор, там как раз есть налоговая нагрузка и уровень заработной платы, периодически встречайте для того, чтобы не привлечь внимание в первую очередь со стороны налоговых органов, потому что автоматизированная система, вот эти все моменты, в том числе по зарплате, по убыткам, по налоговой нагрузке, они, конечно же, учитывают. Возвращаясь к нашей любимой теме по должной осмотрительности при выборе контрагента, здесь немножко хотелось бы затронуть вот такой вот момент, потому что многие говорят, ну дайте мне пакет документов, озвучьте, и собрав которые, ко мне бы вот, ну, однозначно не налоговый инспектор не предъявил какие-то претензии, тем более я могла бы успешно отстоять свои интересы в суде. На самом деле такого волшебного пакета документов никогда не было, нет и более того не будет. Потому что на сегодняшний день позиции судов, в том числе и позиции Федеральной налоговой службы, озвученные в мартовском письме текущего года, что должна осмотрительность при выборе контрагента, она индивидуальна к конкретной сделке, к конкретному контрагенту. Вообще, откуда появилось это понятие должна осмотрительность при выборе контрагента? Она, в принципе, вошла в нашу жизнь. Понятие вошло в нашу жизнь достаточно давно, еще с 2006 года, когда появилось постановление Президиума Высшего арбитражного суда, известное 53-е, когда суды рассматривали получение налоговой выгоды, в том числе взаимоотношения с компаниями, однодневками. Когда у нас появилась концепция системы планирования выездных налоговых проверок от 30 мая 2007 года, где 12 критерий нам обозначили, эти 12 критерий до сих пор актуальны. Это как раз критерии по зарплате, да, помните, по налоговой нагрузке, по рентабельности. Есть 12 критерий, это ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. Как раз в этом 12 критерии кроется взаимоотношение с проблемными контрагентами, так называемое получение необоснованной налоговой выгоды, используя однодневки, используя фирмы прокладки, как их только не называли, на сегодняшний день это технические компании, которые реальную предпринимательскую деятельность не ведут и встраиваются в цепочку, допустим, между реальным исполнителем, между, допустим, производителем, поставщиком
и налогоплательщикам. Для чего? Для того, чтобы нарастить налоговые вычеты и соответствующие расходы, то бишь получить необоснованную налоговую выгоду. Если вы напрямую у реального поставщика-производителя приобретали товары, как считает налоговый орган, то соответствующая налоговая нагрузка была бы одна. На менее выгодный для налогоплательщика, нежели вставляется такая техническая компания, как еще называют ширма. Здесь что хочется сказать, что вообще такая вот очень любопытная трансформация в теме должноосмотрительности, она все-таки происходила на уровне, опять же, разъяснения Федеральной налоговой службы. То, что вы сейчас видите на экране, вот как раз эти интересные письма Федеральной налоговой службы 2017 года, где налоговые органы как бы уже пытались объяснить, что из себя представляет должноосмотрительность, само понятие. То есть перечень документов, здесь даже в 2017 году сама налоговая служба признавала, что не может быть действий документов, не может быть исчерпывающим. То есть перечень документов, подтверждающих проявление вот этого осмотрительности, зависит от конкретных обстоятельств. И тем не менее, на местах очень часто налоговые инспекторы чем занимаются? Они требуют огромный пакет документов, доходят до того, очень часто, представьте, копию паспорта в отношении руководителя контрагента, я думаю, что многим знакомы такие требования, либо говорят, что нужно было убедиться, что у контрагента есть соответствующие помещения, вот перед заключением договора нужно было выехать по тому адресу, который указан в ЕБРЛ, удостовериться, что находится там налогоплательщик. Ну, очень много таких моментов, где действительно раздуваются какие-то такие вот требования к налогоплательщикам, которые вызывают бурю массу таких негативных эмоций. Неспроста. И мы неоднократно работали с представителями Федеральной налоговой службы УКНС в Москве, задавали вопросы, да, то есть, ну, что является должной осмотрительностью вот, с вашей точки зрения, почему перекладываются очень серьезные какие-то мероприятия по проверке контрагента именно на плечи налогоплательщика. Ведь у вас больше возможностей, и хотелось бы перейти уже в другое поле взаимоотношений, раз тем более речь идет о такой серьезной цифровизации, но все-таки вы налоговые органы, и в момент регистрации, и позже имеете возможность проверять любое юридическое лицо на чистоту, в том числе и на налоговую. Почему бы не делать это, да? Представить какой-то единый реестр, даже то, что реестр, какой-то сервис, вернее, по проверке контрагентов, путем нажатия одной кнопки, можно было не в разрозненных источниках эту информацию собирать, а в одном месте, такая полная картина в отношении любого юридического лица. Ну, в принципе, в эту сторону налоговые органы идут, опять же, с нашей помощью, да, вспомните раскрытие налоговой тайны, те же самые хартии, сельскохозяйственные производители, они как раз создают вот эти называемые черные списки контрагентов-поставщиков, которые не исполняют налоговые обязательства, требуют при заключении договора раскрытия информации, которая является налоговой тайной, соответствующие уведомления подаются в налоговые органы, и то есть, раскрывают эту информацию, и участники сделок, они могут запросить информацию у налоговых органов, получать все необходимые данные, в том числе по факту уплаты НДС в бюджет. Но опять же, это получается через нас, через налогоплательщиков, и такие вот определенные побуждения, они идут со стороны налогового органа. Что происходит на сегодняшний день? Смотрите, вот прежде вот вспоминаю ту же самую историю, когда появилось понятие по должной осмотрительности, вспоминая судебные процессы 2007 года, в частности, как мы с вами доказывали проявление должноосмотрительности. Понятие на законодательном уровне нигде не закреплено, защищали права просто даже копии выписки из единого государственного реестра, доказывая, что мы убедили зарегистрированную компанию, но, в принципе, вот исполняет свои договорные обязательства, поэтому не было оснований сомнения в том, что этот контрагент является как-то недействующей компанией. Тем более все обязательства исполнены. А то, что они платят налоги в бюджет, но опять же, вспоминая определение Конституционного суда, еще, насколько я помню, действительно есть и 2007 года и более ранее, о том, что налогоплательщик не должен отвечать за проблемы, в том числе налоговые проблемы всех участников этой многостадийной цепочки, связанные с содержанием впечатлений в бюджет налогов, в том числе НДС. Но, тем не менее, на практике, конечно, мы видим, что требования продолжают предъявляться. Вот какая трансформация произошла. Обратите внимание, письмо 23 марта 2017 года Федеральная налоговая служба сказала, что на самом деле налоговый инспектор должен больше внимания уделять недобросовестности именно самого проверяемого налогоплательщика, совершенных им действий.
а не его контрагентом. Да, контрагент, возможно, не исполнил свои налоговые обязательства. Но нужно копать глубже и смотреть, а какое отношение сам налогоплательщик имеет к этому контрагенту. Ну, задаем тогда вопрос, какова его вина? Умышленно ли он внедрял эту техническую компанию для того, чтобы использовать налоговую схему, и он действительно налогоплательщик является выгодоприобретателем, либо это по неосторожности появилось. Но он вроде и проявил ту осмотрительность при выборе контрагента, которую нужно было сделать именно в этой ситуации, именно в этих взаимоотношениях с этим контрагентом. Но вдруг оказалось, что эта компания действительно не исполнила свои налогообязательства. Почему налогоплательщик должен за это отвечать? Логичный вопрос. Поэтому важно именно на сегодняшний день отношение самого проверяемого налогоплательщика вот к этой налоговой схеме, чаще всего с НДС. Да, и именно какое отношение имеет к этому контрагенту. Когда появилась статья 54 прим налогового кодекса, и сами налоговые органы сказали, вот как раз письмо 31 октября 2017 года, в принципе, те понятия, к которым налогоплательщики уже привыкли, и которые засели в ваших умах на основании 53-го постановления Президиума Высшего арбитражного суда и основаны на основании 53-го постановления судебной практики, прекрасно забудьте. И вообще это должно осмотрительность вроде как бы ушла на 20-й план. Мы все вздохнули, здорово, вроде, наверное, тогда и не надо. Вот. На самом деле надо. И нужно понимать, и когда вот здесь очень много различных дебатов было, говорили о том, что действительно нужна ли эта осмотрительность или нет. Нужна, потому что и тогда, поэтому будьте внимательны, как у нас сейчас 17-й год, он уже выпал из риска назначения безумного налогового контроля, но не забывайте, что путем подачи уточненных налоговых деклараций, особенно по рекомендации налоговых органов, можно легко инициировать еще и проверочку. Поэтому с уточненными декларациями будьте очень осторожны. Иначе можно открыть доступ к тому году, который уже как бы закрыт. А что касается этих вот периодов, 18, 19, 20 год, их, конечно, нужно держать под контролем. И более того, я хочу сказать, что некоторые взаимоотношения с нашими контрагентами начались и раньше. Если они как раз в период вот развития той идеи, что должна осмотрительность не нужна, я вас уверяю, что будут спрашивать, будут обязательно и перед заключением договора, и в ходе исполнения договорных обязательств, проявили ли мы эту осмотрительность или нет. Поэтому вот эта история развития требований к налогоплательщикам по должной осмотрительности, она, на мой взгляд, тоже очень важна. Обратите свое внимание на контрагентов, когда вот в этот переходный период, когда были разъяснения, когда появилась 54.11 статья, по необоснованной налоговой выгоде, да, и, вернее, даже статья, которая устанавливает три важных правила, соблюдая которых можно претендовать на расходы и на вычеты, то есть сделать с контрагентами. Вот. Нужно действительно вот эти моменты тоже посмотреть, чтобы у вас подтверждение нужно осмотрительности хотя бы, в том числе и минимальные, как говорится, были. А по каких-то документах поговорим чуть попозже. Пока я вот ваше внимание хочу заострить на 54 прим статьи. Посмотрите, что нам говорит эта статья. Мы привыкли, что налоговые органы очень часто упоминают о чем? О том, что три важных постулата. Для того, чтобы претендовать на расходы и на вычеты, нужно не допускать в первую очередь искажения учета и отчетности, уменьшающих налоговую базу. То есть речь идет о том, что действительно это должна быть и реальная сделка, а не только сделка, существующая на бумаге. Очень часто бывают ситуации, когда налогоплательщики сами выполняют какие-то работы, да, своими собственными силами, но оформляют так, что якобы контрагент это все выполнял, на самом деле этого ничего не было, либо вообще просто никто ничего не делает, существуют взаимоотношения только на бумаге исключительно. Опять же, налоговые выгоды только ищете. Как раз вот второй пункт, он и говорит, что целью любой сделки не должна быть неуплата налогов. То есть не должна быть единственная налоговая цель. Должна быть еще и помимо всего этого деловая цель. Поэтому, говоря о наших любимых контрагентах, не забывайте в том числе о том, что вопрос может задаваться налоговым инспектором. Какова была деловая цель? Почему ты заключаешь договор именно с этим контрагентом? Причина. Поэтому сюда подтягиваются еще и такие документы, почему я отбирал, то есть как я отбирал, почему я среди всех прочих выбрал именно эти контрагенты. Опять же, это относится к должной осмотрительности. Поэтому нам с вами приходится сохранять такие документы, как
например, коммерческие предложения как от самого нашего контрагента действующего, так хотя бы парочку от других компаний. Да, и бывают такие случаи, что мы доказываем, почему это было коммерчески более выгодно, какие-то определенные условия, поэтому мы заключали договор с этим контрагентом. Возможно, он в будущем окажется техничкой, но вот мы говорим на момент заключения договора. В том числе, конечно же, здесь хочется сказать о чем? О том, что вот эти вот скриншоты с сайтов контрагента, информация в интернете, это тоже является на сегодняшний день неотъемлемыми такими доказательствами для доказывания того, что проявлена осмотрительность при выборе контрагента. Дальше третий пункт данной статьи, опять же, применимо к нашим контрагентам, очень тесно так связано, то, что указано нам, что сделка должна исполняться тем лицом, с которым заключен договор, или лицом, которым обязательство передано по договору или закону. Что это значит? Это значит то, что буквально некоторые, даже инспекторы, когда только статья появилась, начали понимать, вот, с кем заключаешь договор, налогоплательщик представил, что есть договорные отношения с Уромашкой, то вот только он. Если вдруг выясняется, что обязательство по договору, то бишь поставка товара, оказание каких-то выполнение работы, оказание услуг производилось третьими лицами, ну все, значит, можно, как говорится, вычеты и расходы полностью сносить по этой сделке с этим контрагентом. И так было, да? Согласитесь, на самом деле это и происходило на практике достаточно долго, пока в том числе не появилось письмо Марковской от Федеральной налоговой службы, которые сказали, что ну, все-таки даже если есть факт умышленного заключение договора с технической компанией, даже в этом случае налогоплательщик может претендовать на так называемую налоговую реконструкцию, то есть для того, чтобы налогоплательщик, налоговый орган определил действительные налоговые обязательства этого налогоплательщика, исходя из данных по фактическому исполнителю. Не тот, который указан в документах, кто действительно фактически выполнял работу, поставлял товары, оказывал соответствующие услуги налогоплательщику. Вот даже, как мы видим, в такой в форме вины и умысел есть возможность еще и скорректировать налоговые обязательства. Но как я вас к чему веду? Обратите вот внимание на статью 54 прим. В ней, в частности, написаны еще следующие волшебные пункты о том, что подписание документов неуполномоченным лицом либо неустановленными лицами стороны контрагента, а также неисполнение контрагентом налоговых обязательств не могут рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания умышленного налоговой базы. Да, и здесь нельзя об этом говорить. На практике, к сожалению, все-таки есть на сегодняшний день налоговые инспекторы говорят, что вот у тебя считаем, что сделки на самом деле сомнительные, вот этот контрагент он является на самом деле техническим, потому что не исполняет в том числе и налоговые обязательства и прочее, 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 поэтому вот тебе доначисление, да, и налог на прибыль, и НДС и так далее. Поэтому нужно, конечно, здесь получается, на сегодняшний день налоговому инспектору, так уж по-честному, исходя из рекомендаций ФНС, более покопаться и определять именно в том числе и вину самого налогоплательщика, его отношение к этому контрагенту, знал ли он, мог ли он знать о техничности этого контрагента. Вот оно тоже очень важное зерно. Вообще, что касается проверки, тоже смею вам напомнить, вот этот алгоритм он будет у вас, он последовательный. Это алгоритм проверки любого налогоплательщика, особенно когда есть связи с якобы с техническими компаниями. В первую очередь напомню, что тест на реальность. Действительно, в реальности была эта сделка, либо только, допустим, она существует на бумаге. Если сделка нереальна, то все, дальше вопрос закрывается. Никто не будет тестировать на то, что вообще был ли умысел, не будет. Тут и так понятно, что был явно умысел. Действительно, в реальности сделка не существовала, она только лишь единственная налоговая цель сэкономить на налогах, и никто здесь даже заикаться про коммерческую осмотрительность, я вас уверяю, не будет, потому что тест он последователен. И раз первый тест не пройден, дальше даже можно не тратить время. Хотя на практике все-таки, исходя из том числе внутренних указаний, ну, как говорится, до кучи, возможно, этот вопрос
по осмотрительности тоже будет поднят по налоговым инспекторам. О том, что нереальные и вообще они не существовали, ничего. Ну, какой-то вопрос логично проверять, не проверять контрагента. Да, вы представили какие-то бумажки, но это явные чисто налоговые схемы и прикрыться. Многие фирмы однодневки, да, у нас присылают прекрасные даже документы, якобы по должной осмотрительности, они зарегистрированы в ЕГРУЭЛ, даже некоторые вроде какую-то видимость ведения предпринимательской деятельности создают, но по факту они не являются реальными участниками предпринимательской деятельности. Так вот, обратите внимание, что тест на проявление осмотрительности в выборе контрагента у нас стоит пятым. Какой можно сделать вывод? Ну, не надо сразу делать такие выводы, что должная осмотрительность на пятое, на десятое месте. На самом деле мы с вами говорим сейчас о добросовестных налогоплательщиках, не использующие все-таки эти налоговые схемы и не специально не внедряющие эти технические компании, а налогоплательщики, которые страдают из-за того, что вдруг в какой-то момент их контрагенты действительно перестают исполнять свои налоговые обязательства. И как бы нам не хотелось с вами, да, вот говорить о том, что почему мы что-то вообще должны в такой истории доказывать. Я-то все плачу. Но то, что контрагент, ну извините, он поставляет товар. Товар у меня есть. Сделка, она реальна. Реально-то реально никто как бы здесь не ставит под сомнение очень часто реальность. Но дальше вот эти тесты налоговый инспектор должен протестить всю эту сделку. Да? Кто является стороной договора? Контрагент. Конкретно. Либо это действительно тот, кто указан в документах, в бумажках, либо это кто-то другой. Кто-то указан у нас в договоре, в счетах, фактурах, в первичке. Система, автоматизированная система выдают о том, что на самом деле этот налогоплательщик не мог поставить товар, он не закупал ничего, ни у работников-то нет численности. И тут возникает сразу вопрос. Да, если я говорю, что я не мог знать о том, что это техническая компания. Они говорят, ну как же вы не убедились, что численность там 2,5 человека на самом деле. И эти данные можно посмотреть на сайте налоговой службы, да, из отчетности, в том числе по численности посмотреть. Ну, почему же вы не убедились и какие-то минимальные хотя бы телодвижения не сделали проверки контрагента. То есть если не будет у нас вообще доказательств проявления осмотрительности, дело, как говорится, очень плохо. Потому что здесь возникает проблема, в первую очередь, с НДС. Будут отказывать в праве на вычет, и суды здесь даже нам не помогут, потому что суды тоже придерживаются такой точки зрения, о том, что в том числе, что если не проявлена осмотрительность в реальной сделке, при неосторожности, но тем не менее здесь про НДС, да, здесь начисления будут справедливы. Это позиция судов на уровне Верховного суда на сегодняшний день. По расходам, да, по расходам здесь можно еще претендовать, то, что основание 31 статьи налогового кодекса расчетным методом рассчитать, поскольку товар-то реальности действительно сделка была, какие-то расходы понесены, но тем не менее здесь подключаемся мы, и мы с вами будем обязаны доказывать, в каком размере мы можем претендовать. Здесь тоже отсиживаться нельзя, потому это я почему говорю, иногда читаешь там судебную практику, кейсы смотришь, почему проигрышные части по налогу на прибыль? Ну, потому что, видимо, не потрудились или не смогли по каким-то основаниям, причинам доказать, что можно все-таки претендовать на такую-то сумму расходов. Ну и давайте как раз уже посмотрим, что есть на сегодняшний день, именно что касается наших любимых контрагентов, как их ранжируют по-модному на сегодняшний день налоговые органы. На сегодняшний день вообще, давайте говорить, есть ПК, контроль НДС, автоматизированная система, да, и она ранжирует вообще юридические лица, не только на технические компании, еще на сущностные компании. Я думаю, что вы прекрасно слышали и этот термин. Сущностная компания – это вполне себе реально действующая компания. Там присваиваются определенные баллы по определенным критериям, по ведению реальной предпринимательской деятельности, по численности, по каким-то критериям иных рисков, да, у нас риск-ориентированный все-таки подход на сегодняшний день к отбору претендентов на выездную налоговую проверку.
Так вот, сущностная компания, по большому счету, это реально действующая компания, но которая использует свои налоговые жизни, будем говорить так, какие-то схемы прохода от налогообложения, в том числе внедряя технические компании. В том числе, когда ребята оптимисты, я их называю оптимизаторы, в том числе по НДС, они предлагают такую экономию на НДС, то, что не прямой твой контрагент будет технической компании, а это где-то, ну, допустим, третье, четвертое звено, десятое, ну, пока до туда налоговые органы дойдут, в принципе, вы можете где-то в определенное время сэкономить. Возможно, я сейчас кого-то очень сильно расстрою, но все-таки реальность такова, что налоговые органы на сегодняшний день видят абсолютно всех участников этой цепочки. Более того, они нацелены на поиск выгодоприобретателя этой сделки. Вот выгодоприобретатель – это как раз и есть и сущностная компания. Это однодневки технички. Неважно, как мы ее назовем, взыскать практически ничего невозможно, все это прекрасно понимают. Вот. Ну, поэтому поиск выгоды приобретателя, схема, в том числе НДС, ну, наверное, это все-таки где-то в определенной степени было бы справедливо, потому что на практике все-таки мы с вами наблюдаем то, что и вполне себе несущностные, так называемые компании, вполне себе добросовестные налогоплательщики, получают немало претензий из-за контрагента. Причем не факт, что действительно контрагент является проблемой. Есть такие случаи, потому что появляются судебные процессы. У меня как раз в презентации есть примеры, когда компании, действительно, мягко говоря, расстроившись из-за того, что их назвали техническими компаниями или компаниями, которые не исполняют налоговые обязательства, они просто теряют деньги, теряют своих клиентов, потому что в ходе выездной налоговой проверки вдруг предъявляют претензии к проверяемому налогоплательщику, говорят, что вот у Ромашка, она не исполняет свои налоговые обязательства, не платит налоги в бюджет, ну и по каким-то причинам налогоплательщик не выясняет у своего контрагента, что же на самом деле происходит, почему так о тебе, мягко говоря, не очень хорошо и лестно отзываются налоговые органы, не спорят с налоговыми органами, отстаивают свои права и интересы, платят в бюджет начисленные суммы, ну, а потом просто тихо, вот это реальная история жизни, расторгая договоры с контрагентом. Но задает вопрос, почему я товар весь поставляю, качественный, все довольна, всем всегда буду. В чем причина? Глава, и знаю, из-за тебя были бы начисления. Не хочу больше этих проблем, поэтому извини. И вот в таких случаях компания начинает выходить в суд с исками, к Федеральной налоговой службе, и здесь они действительно доказывают, что они не являются таковыми, как указано было в акте решения. Более того, они действительно потеряли соответствующие деньги, они терпят убытки. Пока, к сожалению, моему большому сожалению, скажем так, налогоплательщики эти проигрывают компании, но в большинстве своем те иски, которые я анализировала, проигрывают, знаете, из-за чего? Из-за того, что договоры не расторгаются. Вот за это цепляются налоговые органы, да, тебя вроде как бы очернили, но контрагент же продолжает с тобой работать, поэтому, ну, как бы, в принципе, все нормально, ты не пострадал. Но есть, когда и пострадали, но, тем не менее, почему-то вердикт суда вот такой, потому что никто тебе ничего не должен. Печально, на мой взгляд, но тем не менее посмотрим, как дальше будет развиваться судебная практика. Я думаю, что она все-таки будет расти и, надеюсь, развиваться будет в правильном, нужном направлении. Возвращаясь к нашим любимым терминологиям на сегодняшний день по коммерческой осмотрительности, по техническим компаниям, на сегодняшний день, вот исходя из письма налоговой службы, делят наших контрагентов на надлежащее лицо и на техническую компанию. Надлежащее лицо – это то лицо, юрлицо, будем говорить, индивидуальный предприниматель, с кем мы заключили с вами договор. Либо лицо, на которое обязанность исполнения обязательств приведена возложена в силу договора. Кстати, когда 54 прим появилась, сама статья, этот вот пункт, что обязательства по договору должны исполняться вроде с тем, с кем я заключаю договор, а вот дальше вот или пропускалось. Но на самом деле никто не отменял и, извините, нормы гражданского кодекса, почему невозможно привлечение третьего лица. Конечно же, здесь никаких ограничений нет, и я помню, что Федеральную налоговую службу просто закидали письмами после появления 54 прим налогового кодекса статьи, а можно ли
субподряд и прочее, вот эти письма, да, конечно, можно, да, возможно. Но тут логично возникает вопрос, если привлечение третьего лица, не будут ли претензии ко мне как налогоплательщику, а проявил ли ты должностную ответственность в отношении третьего лица? Уж поверьте, этот вопрос мы неоднократно задавали представителям налоговых органов. Говорили, ну а как же вот здесь, что от вас ждать? Конечно, ждать претензий. Если изначально налогоплательщик знает о том, что будет привлечение контрагентом третьего лица, то желательно, чтобы в отношении этого третьего лица у налогоплательщика для минимизации налоговых рисков были тоже доказательства проявления осмотрительности. Но всегда ли это возможно? И возможно ли раскрытие заранее моим контрагентам информации о том, кого он будет привлекать? И тут вопрос про посреднические какие-то, да, вот эти вот компании, зачем ему раскрывать, с кем реально, то есть кто будет выполнять работу, ведь если это раскрытие идет, я же потом не пойду к этому посреднику, я пойду напрямую к другой компании, да. Но извините, такую деятельность тоже никто в рамках Гражданского кодекса не отменял, но вполне возможно. Вот у нас и те же самые налоговые органы очень часто начинают задавать вопросы в отношении контрагентов, почему это ты связался с неким посредником, он напрямую не вышел. Давайте уж вспомним эту историю. Ну, самые примитивные такие вот примеры, которые часто привожу, и претензии налоговых органов, почему это вы не заключаете договор сразу с производителем. Здесь вот компания-производитель, все понятно, и здесь претензий не будет производить соответствующие товары. Не всяк производитель, извините, занимается купли-продажей. У многих есть что? Соответствующий торговый дом. И рекомендует обратиться именно в торговый дом для производителя в том числе. И так у нас вопрос опять возникает, а что же через торговый дом? А у них вот такие-то вот есть нехорошие налоговые истории, а что же вы производители? Если, опять же, для подстраховки нужно понимать, что ну, не лишним будет хотя бы просто письмо тогда, если мы знаем, что кто является производителем, отправить, что возможно ли поставка товаров непосредственно от вас. Замечательно, если они ответят «нет, обращайся в торговый дом». Вот оно доказательство, почему обоснование я обратилась в торговый дом. Если даже ответа не будет, в любом случае, ну, это одно из доказательств того, что я попыталась, да, вот обратилась, но проигнорировали и не ответили, но тем не менее, скажем так, почему я выбираю условия. Иногда даже бывает выгоднее работать с теми же самыми посредниками, да. Здесь много таких вот моментов для доказывания, в том числе и деловой цели, почему я работаю именно с этим контрагентом. Вообще по контрагентам, по посредникам всегда было очень много вопросов. И есть, почему привлекаете еще кого-то. Считаем, что вы своими силами вообще, например, могли выполнить какие-то работы, не привлекать вообще каких-то непонятных лиц. У вас есть свои работники. И здесь нужно доказывать и обосновывать, для чего мне было, в частности, привлечение именно этого контрагента. Очень много связано с услугами. Услуги, допустим, оказаны по поиску тех же самых покупателей. Начинает налоговые органы копаться и говорить о том, что смотрите, у вас в штатном расписании есть, вообще, то есть у вас в компании есть и должностных инструкторов этих товарищей прописано, что обязанность именно заниматься поиском потенциальных клиентов, для расширения клиентской базы и так далее, и так далее. Почему вы здесь привлекаете некую компанию, которая якобы оказывала вам услуги для того, чтобы там маркетинговые какие-то исследования проводить еще. Ну, услуги уже любят покопать, да, потому что много чего якобы там кроется. Есть, конечно, такие моменты, но тем не менее. И нужно обосновывать и доказывать, что для чего мне было необходимо. И эффект работы этого привлеченного контрагента. Да, у меня есть работники соответствующие, но их недостаточно, их там было 2-3, но тем не менее, обратите внимание, когда мы привлекаем такого контрагента, он мне действительно оказывает услуги, помимо того, что есть документальные доказательства оказания услуг, да, еще не забывайте, кстати, о допросах. Допросы имеют серьезное значение на сегодняшний день. 90-я статья НК РФ «Допрос свидетеля». И допрашивают и наших работников, помимо руководителей, еще и работников контрагента. Важно, что еще и они будут говорить. В том случае, в том примере, который я вам привожу, допросив, например, работников контрагента, действительно ли вы выбирали, допустим, клиентов, еще что-то, оказывали услуги
компании налогоплательщика у Ромашкина. Если он говорит, я первый раз слышу, вообще то есть эта копилочка, она, конечно, эти доказательства тоже могут сыграть не очень приятные эти моменты. И бывают случаи, когда приходится доказывать то, что того, кого опросили, он вообще не принимал участие, не выполнял услуги, привлекали совершенно иные лица, поэтому, конечно же, вы не туда постучались, не туда обратились, не того допросили. И самое главное, еще экономический эффект доказать, да, вот то, что если работали мои работники, когда вот клиентская база, грубо говоря, вот такая, когда привлекли мы еще этого контрагента, то эффект был больше, пожалуйста, больше продаж соответствующие, больше клиентов получили, так далее, так далее. То есть это экономическое обоснование на сегодняшний день эффекта, полученного от привлечения контрагента, тоже имеет большое значение. Помимо того, что копается техничка, не техничка, но вот еще есть и другая сторона, которая тоже, на мой взгляд, не менее важна. Что касается технических компаний, поскольку на сегодняшний день наша с вами головная боль, ну, техничка – это та компания, которая, по мнению налоговых органов, не ведет реальную экономическую деятельность и не исполняет свои налоговые обязательства в связи со сделками, оформляя ее от имени там, других каких-то лиц и так далее, и так далее. Так вот, самое важное, вот прям жирным выделила, да, вот форма вины. Если нас с вами начинает налогоплательщик обвинять, что у нас есть связи, к этому нужно быть готовым. В том, что нам, то есть, когда налоговый орган особенно назначает выездную налоговую проверку, мы прекрасно с вами понимаем, что они уже знают и по каким контрагентам пройтись, доказывая, что они технические компании, уверяя нас, что это технические компании, требуя от нас соответствующие документы, ставя под сомнение наши расходы и вычеты. И более того, они даже знают примерно, какую сумму можно еще и доначислить. Поэтому, готовясь к отстаиванию своих прав и интересов, нужно здесь понимать, что если вот претензии по техническим, а форма вины такова, давайте уже говорить по-другому. А я, как налогоплательщик, добросовестный априори, изначально, пока не доказано обратно налоговыми органами, какое имею отношение к этой технической компании. И в частности, здесь очень часто вот, что тревожит меня и многих вообще налогоплательщиков, то, что на сегодняшний день вот, форма вины – это умысел и неосторожность. К умыслу приравнивается знание о том, что, то есть мог знать налогоплательщик о том, что его контрагент технической компании. Ну, опять же, простой вот этот вот пример. Когда мы работали с одним контрагентом, там, назовем его Ромашка, долгое время поставка товаров осуществлялась, и вдруг на каком-то промежутке времени мне мой контрагент говорит, слушай, я этот товар поставлю, ну, давай вот оформим его через ООО. Товар будет все тот же, замечательно, гарантирую, все отлично будет. Ну, вот давай вот так сделаем. Ну, вроде давай, давно работаем. Все нормально до тех пор, пока не пришел инспектор. Он говорит, ага, поставка, о, Василек. А вы знаете, это вообще техническая компания чистая. Это там вообще, то есть у них не было ни работников, ни автомобилей, то есть не было ни соответствующего транспорта. И вообще поставка товара нигде не закупался им вообще априори в воздух. Кто что вам делал? Это все на бумаге только происходило. Да? И тут возникает вопрос, а как же быть с вычетами и с расходами? Да, зависает сразу налогоплательщика, что делать дальше в этой ситуации. Я вроде-то и знал, и работал с другим контрагентом. И вот переписка очень часто, ведь у нас выемки, осмотры, даже вот эти вот договоренности, давай я тебе поставлю путем переписки, и если это все вскрывается, умышленно внедрение технической компании, и налогоплательщик не мог не знать о том, что это действительно поставка будет осуществляться не вот тем, с кем заключаешь договор, да, такие вот косвенные улики определенные, даже прямые, доказывающие то, что действительно налогоплательщик все-таки мог знать о том, что это Василек технической компании, а поставка будет осуществляться другими. И в этой ситуации что, как я вам говорила, исходя опять же из разъяснений Федеральной налоговой службы, все-таки мы можем претендовать на часть вычета по расходам, которые действительно, если вот этот вот контрагент у Ромашка, с кем я изначально всегда работала,
отразит у себя в договоре, в первичной документации, в счетах фактур, вот эту сделку. Но отразит ли он ее? Большой вопрос. Да? Вот здесь вот есть такая вот очень интересная ситуация. Поэтому, конечно же, здесь вот знал, много знать, но когда это действительно внедряется, этот зеленый суматос, который разрабатывается налогоплательщиком, конечно, он знал. Конечно, знал, и письма, и следы сохраняются. То есть как это все раскручивается, знание, незнание, это и через допросы, через какие-то документы. Опять же, вот очень яркие примеры, когда приходит на осмотр, плавно перерастающий в выемку документов, и находит соответствующие записи либо в ноутбуках, либо вот очень много различных блокнотов, где, например, бухгалтеров не хочу обижать, но там во многих историях бухгалтер, там финансовый директор, еще кто-то прям расписывает. Вот если мы будем работать вот как и раньше, то налоговые обязательства у нас будут такие. Если сейчас мы вот будем внедрять компанию вот эту, то мы знаем, что техничка, будем ее внедрять, то тогда экономия составит вот столько. А дальше волшебная третья графа. А если придет налоговый инспектор, то до начисления по налогу на прибыль НДС будет такие, с учетом пени штрафа, то еще 40% штраф. Это вот реальная ситуация из жизни, и налогоплательщик еще выходил в суд, признавал решение налогового органа незаконным и говорил, что не доказан умысел привлечения технической компании. Нигде не вижу ни в акте, ни в решении вообще. А судья озвучивает о том, что обратите внимание, среди прочих доказательств умышленных ваших действий по внедрению технички есть соответствующий блокнотик. Вот такой замечательный табличка, где вы все прекрасно узнали и рассчитали и 40% штрафов как умысел. То есть умышленная неуплата налогов на 40% от неуплаченной, это часть 3 статьи 122. А вот если говорить, то есть 40% сами себе рассчитали, поэтому все законно. Решение закона абсолютно. Вот такие вот истории тоже, они из жизни. Идем с вами дальше. Что касается вообще такого портрета по технической компании, это опять же, что смотря глазами налогового инспектора, как учат его, да, Федеральная налоговая служба, о том, что это неизвестность местонахождения, неизвестность, где находится на момент совершения сделки. И нет вообще никаких материальных ресурсов, основных средств, достаточного персонала. Ведь где мы эти данные с вами можем взять? Опять же, исходя из данных налоговой службы или запросить самого налогоплательщика документы с численностью работников, баланс посмотреть, какие есть основные активы, какие складские помещения и прочее, прочее. Что касается таких документов, допустим, как паспорт, персональные данные, тоже очень часто задают в отношении конкретных работников, представлять ли их по запросу налоговых органов. Если говорить о том, что подобная осмотрительность, на сегодняшний день судебная практика такова, что отсутствие копии паспорта на руководителя контрагента не свидетельствует о том, что не проявлена должная осмотрительность при наличии иных документов. Это вот такая позиция. А вообще, когда данные каким-то работникам, ну, можно сказать, что это персональные данные, поэтому попытаться отказать, хотя на сегодняшний день, ну, такая ситуация, она очень интересная, исходя из разъяснений, естественно, Федеральной налоговой службы и судов, в том числе то, что налоговые органы могут даже без разрешения физического лица использовать эти данные, персональные данные, обрабатывать их и дальше просто не уничтожать. Многих вопросов возникает, а что же делать с персональными данными? Но вот пока позиция такова, что налоговые органы вправе обладать этими данными, обрабатывать. Другой разговор можем ли мы их представлять. Поэтому многие подстраховываются и не представляют. Что касается следующих моментов, давайте обратим внимание по поводу нашего контрагента. Взглянуть на наших контрагентов глазами налогового инспектора. Техничность. Что еще есть? Отсутствие оснований для возложения исполнения на третье лицо. Да, потому что нет соответствующих обязательств между контрагентом и третьим лицом. О чем здесь? О том, что часто поднимается вопрос, что действительно, допустим, перевозка осуществлялась совсем другим лицом, а не твоим контрагентом. И когда читаешь иногда договор, есть даже вообще прямой запрет на привлечение контрагентом третьего лица. Это, конечно, не есть хорошо. Не есть хорошо, лучше, конечно, его не было. Дальше возникает вопрос. Да, то есть здесь, конечно, налоговый орган будет, ну, смотрите, запрет. Он должен был сам. Вот оно, основание полностью снести вычеты и расходы по этому контрагенту. Неизвестно, кто выполнял. Вот представишь доказательства,
кто действительно тебе поставку осуществил, вот тогда еще и подумай. Или, допустим, привлечение третьего лица. Вот здесь сразу возникает вопрос по так называемым субконтрагентам либо третьим лицам, вообще как защитить себя. Ведь не всегда есть возможность изначально, как мы с вами говорили, знать о том, кого будет привлекать мой контрагент. Тогда здесь надо, наверное, в договоре для защиты прописывать соответствующие гарантии о том, что контрагент гарантирует, что привлекаемые лица, они все-таки исполняют будут должным образом свои обязательства, в том числе. Это опять разговор про коммерческую осмотрительность, да, будем говорить вот так, к которой мы сейчас с вами плавно и подойдем. Но опять же, возвращаясь к портрету технической компании, обратите внимание, что по особым крупным важным сделкам очень важно от нас требуют, в том числе и суды, удостовериться в том, что есть соответствующий персонал для выполнения какой-то работы соответствующей. Причем, возможно, это квалифицированный персонал, возможно, требование каких-то лицензий, членство в СРО и так далее, и так далее. Потому что если нет соответствующих документов, подтверждающих в том числе квалификацию, возникает вопрос, а кто вообще тогда тебя выполнял? У твоего контрагента нет таких работников. Но ведь ты, проявляя коммерческую осмотрительность, как говорят нам в том числе и судьи, убедился бы в том, что на самом деле кто тебе будет выполнять соответствующие работы. Квалифицированный персонал или нет? Ты же заинтересован в качестве. Почему ты не проверил, не удостоверился? Какие-то сомнения возникают. А может, действительно, это техничка? Я знал заранее, что это техничка, просто экономил на налогах таким образом. Эти вопросы к ним надо тоже быть, конечно, готовым. Вот это вот, кому интересно, посмотрите глазами инспектора и своих контрагентов, задавайте вопросы, сможете его ответить на них. Ну, техническая компания, вот кейсы. Давайте по кейсам пройдем. Вот буквально такие вот важные вкрапления. Когда действительно явно видно, что сущностная компания, как я ее назову, выгодоприобретателем является сам налогоплательщик, перечисляет деньги карманному контрагенту технической компании, и соответствующие якобы работы выполняют этим контрагентом. Деньги потом перегоняются через однодневку, обнал и возврат, причем вот иногда даже не скрывают возврат, полностью кругооборот денежных средств и прямой возврат налогоплательщику явен, он налицо. И здесь как раз и говорят на налоговые органы и суды о том, что ну о чем здесь действительно прямой налоговый схематоз полностью абсолютно. И конечным выгодоприобретателем является сам проверяемый налогоплательщик, поэтому, извините, все начисления абсолютно правильные. То, что сняли вычеты расходы, абсолютно справедливо. Есть и более такие замысловатые кейсы, связанные в основном с иностранными поставщиками, ну не только исключительно с ними, но данный кейс с поставщиками, то есть товар, у проверяемой компании приобретал товар у иностранного поставщика. Ну как-то вот напрямую, если все это отобразить, как-то невыгодно с точки зрения налоговой экономии. Поэтому документально оформляют о том, что привлечение было с целью наращивания понятной цены товара, и получение обоснованной налоговой выгоды, якобы товар приобретался совершенно в другой компании. Да, и все это на бумаге существует, вроде как бы красиво бумагу, ее никто не отменял, документальные обоснования, да, вот эти все договоры, счета, фактуры, первичные документы и прочее. Но, тем не менее, нужно понимать, что помимо бумаги налоговый инспектор будет щупать, что происходит в жизни через допросы, выемки, осмотры. Все это было вскрыто на самом деле, и, как мы видим, до начисления вполне солидные 843 миллиона рублей. То есть, поэтому было доказано, что здесь действительно полностью на самом деле исполнение обязательств совсем другим лицом, а не по представленным документам, получение необоснованной налоговой выгоды путем наращивания цены товара и до начисления абсолютно справедливо было сказано судами. Идем дальше. Что касается вообще, чтобы было прям вот четко-четко понятно, что у нас происходит именно в взаимоотношениях с техническими компаниями, опять же взгляд, наверное, такого налогового инспектора. Посмотрите. Что касается бордового цвета, у нас есть реальный поставщик, исполнитель, реальный наш контрагент бордовый. Реальная поставка осуществляется мне налогоплательщиком. Но бывает так, что вот хочется как-то сэкономить. А как сэкономить? Опять же, ребята, оптимисты что предлагают? А вот серую такую накладочку сделаем,
это техническая компания. Возможно, она будет прямым контрагентом, возможно, она будет там в каких-то более серьезных цепочках из денег на какой-то там вторым, третьим, десятым звеном. Ну, вот так вот, техническую компанию накладываем. Вот у нас соответствующие документы налогового органа по технической, по серой компании представляем. Вот он поставил соответствующий товар. А и здесь соответствующие экономии на налогах, потому что у нас вычеты выросли, право, да, соответствующие право на вычеты, расходы растут. Вот замечательно все до тех пор, пока не пришел инспектор и не вскрыл всю эту идиллию, испортил. И если мы с вами вот эту вот серую компанию накладочку выкинем, нужно понимать, что все-таки для того, чтобы претендовать на вычеты и расходы, с нас будут требовать документы информации по реальным поставщикам исполнителям, по фактическому исполнителю. Если представим, будет счастье в той части, где какое отражено у реального исполнителя расходы и вычеты. Если нет, ну тогда можно распрощаться и с вычетами, и с расходами. Решение будет признано законом. Но не забывайте, что обязательно, конечно, исследуется умысел, вот эта форма вины, умысел и неосторожность. Если будет признано, что эта серая компания прокладчика была специально внедрена, то есть умышленно, но тогда вот по фактическому исполнителю все-таки будет подниматься вопрос. И вообще, если смотреть на вот эту вот налоговую реконструкцию, что я хочу сказать? Смотрите, очень часто сейчас даже отказывают в такой реконструкции, и суды ссылаются, смотрите, какая серьезная сумма до начисления в этом кейсе, 4,4 миллиарда рублей. Здесь сказали, что налогоплательщик виновен, он создал весь этот налоговый схематоз, по большому счету умысел прям прямой-прямой, и поэтому, исходя из положения 54 прим по пункту первому, здесь вообще ни о каком, скажем так, никакой налоговой реконструкции речи быть не может, и то все свободные решения абсолютно законны. И вот тоже есть тоже судебная практика, но здесь налогоплательщик пострадал из-за чего? Из-за того, что он не представил доказательства по фактическому исполнителю. Я смею вам напомнить, еще есть очень известное громкое дело компании Мэри, где тоже рассматривался вопрос по налоговой реконструкции. Так вот там, помимо того, что сегодня мы с вами говорим, да, нужно представить данные по фактическому исполнителю, суд поднял вопрос еще и о том, что когда можно претендовать на реконструкцию. То есть по тем данным, которые отражены фактическим исполнителем. А вот суд еще добавил, желательно, чтобы этот фактический исполнитель еще и платил соответствующую сумму по этой сделке с налогоплательщиком в бюджет. Вот поэтому, конечно, есть такая настороженность, они не будут ли принимать налоговые инспектора эту практику внедрять, требует не только то, чтобы фактический исполнитель отразил в документах вот эту сделку, да, со мной, с налогоплательщиком, а еще и факт уплаты налогов в бюджет. Вот такая тоже позиция есть. Чтобы вам было просто воспринимать вот то, что, о чем мы с вами говорим, у нас будет замечательная подсказка. Когда важна коммерческая осмотрительность? Это действительно налогоплательщик, который не знал по неосторожности, так получилось, что в какой-то период компания оказалась контрагент-техничкой. В этом случае поднимается вопрос, а коммерческую осмотрительность ты проявил, ну докажи. Если у меня есть и должным образом, и суды воспримут, что нормально, тогда вычеты и расходы за мной сохранятся. А если нет, если не проявлено, не в должной степени проявлено. Дальше, как вам говорил, поднимается вопрос, кто является фактическим исполнителем. На самом деле, если контрагент и техничка, у нас реальные же операции, товар, как бы, например, был поставлен, кто его поставил, скрой данные по этим фактическим исполнителям. Тогда, как вы видите, в этой таблице можно претендовать на соответствующие вычеты расходы, исходя из данных договоров, первичных счетов, фактур, платежных поручений и так далее по фактическому исполнителю. А если я не знаю, кто фактический исполнитель, тогда мне, говорит, налоговые органы, про вычеты по НДС можно забыть, а вот, как я вам говорила, по расходам, по налогу на прибыль расчетным методом можно претендовать, но нужно помнить, еще раз этот акцент, что бремя доказывания действительного размера понесенных расходов
расходов лежит на нас с вами. И именно мы будем заинтересованы доказывать, в каком размере я могу претендовать. Нельзя отсиживаться, потому что есть такая практика, когда вот умолчал налогоплательщик, давай налоговый орган, рассчитай мои налоговые взятки по расходам. То есть первая статья о том, какой интерес. Здесь нужно проявить проактивность, как говорится, для того, чтобы претендовать, если мы не знаем фактического исполнителя. А если даже мы знаем фактического исполнителя, ну давайте уж и это тоже скажем. А если я знаю фактического исполнителя, вдруг представляю данные по фактическому исполнителю. Вот на мой личный взгляд, они возникли вопросы, о какой тогда неосторожности идет речь. Вот ты же знаешь, что представила данные по фактическому исполнителю. Ну, один разговор, если я там пытался какие-то расследования проводил, там, да, бегал, как говорится, с собакой, не искал фактического исполнителя, это одна тема. А если потом следы потянутся о том, что я изначально знал, кто будет фактически мне оказывать услуги, выполнять работу, поставлять товар, это уже другой момент, очень такой свойственный, на мой взгляд. И давайте как раз посмотрим по стандартам осмотрительности. Вот самый излюбленный вопрос, вот все это, конечно, понятно, все это там витиевато и запутано, что говорят нам налоговые инспектора и требуют, но тем не менее, дайте мне список, какой-то золотой стандарт по осмотрительности, чтобы я жил спокойно. Но вот налоговые органы в письме-то и попытались нам дать этот золотой стандарт. Смотрите, что они пишут, например. Отсутствие у налогоплательщика информации о том, что контрагент мог исполнять свои обязательства. Да? Ну, то есть там какие-то работы выполнять, работники, материальные, человеческие, когда выделяют ресурсы. Несовершение действий по изучению сведений о контрагенте, размещенных на сайте ФНС. Получается, что ну, хотя бы то, что есть на сайте ФНС, вот эти распечаточки сделать и хранить надо, потому что претензии – это именно требование самой налоговой службы. Вы загляните в это письмо, я думаю, что наверняка вы его читали, но как раз посмотрите вместе, там вот очень интересно. Что еще может насторожить налоговый инспектор? Противоречие сделки привычной бизнес-стратегии. Как это сверхрисковое, непрофильное, как бы вдруг никогда не было, а вдруг вот что-то вдруг из какой-то другой области заключаю, сверхрисковая, крупная какая-то сделка на сумасшедшие деньги, и коммерческая осмотрительность никогда и не проявлялась ни разу. Тоже вопрос. Отклонение от уровня цен, конечно, тоже может подниматься вопрос. Но больше всего, знаете, что когда поднимается вопрос, а почему вот у вас там дебиторка бешеная зависла по этому контрагенту, а вы ничего не делали. Тоже странно. Или отсутствие документов, которые обычно составляются при подобной сделке. Например, вот акт передачи строительной площадки при подряде. Это просто типичная такая ситуация. То есть документальное оформление правильно, грамотно тоже никто не отменял. И за это тоже могут цепляться. Краткий примерный перечень мероприятий. Давайте уж пройдем. Это краткие и примерные. Делаю акцент. Первое. Осуществить проверку юрлица, статуса, зарегистрированный ЕГРУЭЛ, запросить информацию соответствующую своего контрагента, что связано с представлением, там пишут иногда бухгалтерской отчетности, по численности, какие у вас там есть работники, оборудование, склады и так далее. Прям целый перечень документов разрабатывается самим же налогоплательщиком в соответствующих регламентах, постановлениях. Это тоже очень важно, иметь внутренние документ. О них чуть попозже. Дальше. Собрать информацию, следы поиска, как я ищу. Да, я сказал, что контрагент это реклама в СМИ, сайт, скриншоты снимаем, рекомендации, коммерческие предложения, полномочия, конечно, на заключение договора, подписание, если тем более ты не сам руководитель, а кто-то по доверенности, ну, желательно это, естественно, не то, что желательно, вообще нужна эта копия хотя бы доверенности, заверенная этим лицом, руководителем компании. Правоспособность – это тоже очень важно, когда членство в СРО, лицензии, разрешительная, как документация, о чем вам говорили, тоже логично должны быть в силу той же самой коммерческой осмотрительности. Почему коммерческой сейчас мы говорим? Не должен, да? Да потому что сейчас, как золотой стандарт, те же представители ФНС и судов говорят нам о чем? О том, что вы в коммерческих отношениях, да? Предъявляя же определенные требования к контрагенту, вы как бы его отбирали, а вы с кем бы не стали заключать все-таки лицензии,
рекомендаций, все это проверили, вы это делаете, это нормально, это ничего сверхъестественного от вас налогового органа не требует. Вот так озвучивают налоговые органы. Идем дальше. То, что на официальном сайте есть данные, причем, напоминаю, там есть и по численности, и по данным бухгалтерской отчетности, ГИРБО можно посмотреть, если сами контрагенты не представляют. Также есть информация по исполнению вот этих, по нарушениям по налогового законодательства, штрафы какие были и так далее, и спецрежимы. Поэтому, конечно, ну, и обязательно, еще раз напомню, вот этот порядок проверки контрагентов все-таки нужно в локальном нормативном акте положение проверки контрагентов прописывать. Вот такие рекомендации. Все-таки компании, как бы не хотелось, должен быть стандарт или положение, или регламент проверки контрагентов в компании. И эти регламенты, если они у вас есть уже, перепроверьте с этим письмом, с ФНС. У вас будет чек-лист по проверке, он прямо на основании требований ФНС. Отличите. Обновить что-то, может быть, надо. Исходя из судебной практики, постоянно что-то меняется. Чтобы это минимизация налоговых рисков, да, смотреть, что у нас происходит, как мы проверяем с вами контрагентов. Объем мероприятий и документов, которые нужно с учетом существенности, где-то существенность определяемая, исходя из крупности бизнеса. Для кого-то, я еще раз говорю, крупная сделка там будет 50 миллионов, а для кого-то это ничего не значит, там от 500 миллионов начинается крупная сделка. Поэтому по крупности сделки в отношении таких-то контрагентов мы минимальный пакет собираем документов, когда это крупная серьезная сделка, вот там надо уже и удостовериться, есть ли соответствующие работники, есть ли соответствующие и машины, и прочее, прочее, прочее. Потому что с нас могут это взыскать. Это наша с вами налоговая безопасность компании, это наша с вами финансовая действительно получается безопасность, потому что я смею вам напомнить, что налоговые доначисления, если есть, если вдруг компания не сможет рассчитаться, помните, что может, к сожалению, пострадать еще финансовый своего кармана, чаще всего руководителя, бухгалтера компании тоже расплатиться, или же вообще, что касается коммерческой осмотрительности, ведь могут, как говорится, стрелы полететь в сторону того лица, не обязательно это будет директор, кто непосредственно занимается отбором претендентов на контрагенты. Все скажут, что это он, и никто другой. Да, соответствующий, подобрал нам какого-то корявого контрагента. Вот с него, если что, и будут взыскивать. Поэтому, конечно же, в том числе и в локальных документах, должностных инструкциях, и прописывается в том числе сейчас и в приказах, кто отвечает за отбор контрагентов, соблюдение вот этого регламента, стандарта для разрабатывания. Это тоже, конечно, все учитывается. Ну и сбор доказательств, хранение определенных досье, можно в электронном виде там сканировать, но в бумажных тоже пока никто не отменял. И, конечно же, на сегодняшний день просто проверьте сделки с контрагентами в соответствии своим же стандартам и выявлению налоговых рисков для того, чтобы где-то успеть что-то, какую-то бумажечку подсобрать, как говорится. Ну вот этот вот та поговорка, что без бумажки, то букашка, бумажка человек, ну вот пока не утратила, как мы видим, смысл в наше время. Что касается чек-листа. Вот у вас будет время более подробно, то, что мы говорили, какие документы, какие. Это не универсально, я еще раз говорю, это не золотой какой-то стандарт. Все на ваше усмотрение. Это вот чек-лист на двух листах, собран нами, исходя из новых требований налоговых органов и судебной практики. Еще раз сделаем такой акцент, что степень проявления требований к выбору контрагента, она не может быть одинакова для случаев приобретения, допустим, каких-то товаров, разовые какие-то сделки на несущественную сумму, и когда приобретаются какие-то активы компании серьезные, такая сделка, такая тем более неординарная бывает, да. Ну, поэтому, конечно же, вот это нужно тоже учитывать. Это сами налоговые органы говорят. Вот полезные сайты тоже посмотрите, где можно пособирать информацию. Некоторые это в регламенты тоже включают, где может работник пособирать информацию, ее потом у себя смотреть. Ну, картотека арбитражных дел иногда спрашивают, а чего там? Ну, а там посмотреть, а не является ли постоянным ответчиком наш потенциальный контрагент на исполнение своих обязательств договорных. Если он таковым не является, то, конечно, нужно вообще здесь раз подумать не только в плане налогового риска, а заключать договор с таким контрагентом. Вот тому, что коммерческая осмотрительность, она сугубо индивидуальна в конкретной сделке. Об этом еще в 2020 году Верховный суд сказал в знаменитом деле
компании «Звездочка». Вот тоже здесь подробности есть, кому интересно, посмотрите. Здесь в этом же деле, в частности, отмечено о том, что конкретные действия, которые свидетельствуют о проявлении должной осмотрительности, их ранжирование этих действий и бумаг, и доказательств, которые будем собирать, зависит от важности договора для конкретной организации. Когда задавали вопрос, в том числе и представителю КНЕС Виктору Бацееву, одним он является фактически автором вот этого документа, письма КНЕС от 10 марта, и он как раз говорит, что вот, ну, золотого стандарта, вы понимаете, его тоже действительно нет, о чем мы с вами и говорим, поэтому требовать, да, вот дайте, но не ждите, этого перечня не будет, все сугубо индивидуально, и подход будет индивидуальный, и соответствующего инспектора и судьи в конкретной сделке, конкретный налогоплательщик, исходя из его крупности, исходя из того, как бы вообще нормальный, добросовестный налогоплательщик проверял контрагента, достаточно, недостаточно ли он проявил осмотрительность, будет проверяться. Вот такие вот моменты на сегодняшний день. Что было более уж понятно. Давайте конкретно говорить, да, конкретики хочется. Вот, пожалуйста, постановление арбитражного суда Уральского округа. Август 21 года, не такой уж и старый документ. Люблю этот судебный кейс за то, что здесь прям четко написано, что степень осмотрительности зависит, чтобы ранжирование было, как понятно, от вида договора, разовая купли-продажа, подряд, допустим, и так далее, какие-то крупные, постоянные какие-то сделки с постоянным контрагентом, предмет договора. Да, соответствующие специфики товара, сложности оборудования, условия договора, в конце концов. А поставки, об оплате тоже имеет большое значение. В данном деле, ведь как раз налогоплательщик в качестве доказательства проявления осмотрительности предъявил выписку из Единого государственного реестра и доверенность на заключение договора от имени компании, доверенность на подписание первичных документов, договора первичных документов, чистых фактур. Все, больше ничего не было. Ну, конечно же, инспектор сказал, да что, это недостаточно, поставки. Ну, вы должны были убедиться, что достаточно соответствующих, в том числе и транспортных средств, есть работники, человеческие, материальные ресурсы и прочее. На что суд сказал, нет, ничего такого подобного не должно быть. Потому что, обратите внимание, сделка не была крупной для конкретного налогоплательщика, раз. А во-вторых, какие замечательные коммерческие условия договора поставки. Оплата спустя 180 дней после поставки. Он подстраховался, налогоплательщик, более чем. Поэтому ничего более тех документов, которые он представил, не должно быть. Август 2021 года. Мотаем на ус. Поэтому ранжирование контрагента. Когда вообще инспекция должна представить информацию контрагента? Это тоже часто такой вопрос. Вот как раз нашла достаточно свежую судебную практику. А вообще налоговая инспекция не любит представлять информацию по контрагентам. Очень часто ссылает на 102 статью НК РФ, это со спокойных веков, о том, что это налоговые тайны и прочее. В зависимости от того, что мы с вами просим. Вот в этом кейсе налогоплательщик просил представить данные по бухгалтерскому налоговому учету, именно от отчетность бухгалтерскую налоговую, платит ли налоги контрагент за эти 3 года, особенно НДС интересует, да, и привлекался ли к ответственности вообще, приводились ли какие-то мероприятия, но что инспекция, ничего мы представлять не будем, это налоговые тайны. Суды сказали, это не налоговые тайны, раз. А во-вторых, важно, налогоплательщик имеет право попросить потребовать налогового органа, даже будем говорить, представить информацию, ту, которую вы сейчас видите на экране, в том случае, если она не опубликована, отсутствует в свободном доступе. В том числе на сайте ФНС этой информации не было. Поэтому вот вам 2 судебных кейса, чуть ниже постановления Уральского правдоокруга, но тем не менее, июнь 2021 года, где суды сказали, что налоговые органы должны представить, если информация отсутствует в открытом доступе. Поэтому тоже можно взять себе на заметку. И идем дальше. Следующий момент у нас с вами налоговая оговорка. Здесь вопросов возникает очень много. Кстати, вот тоже я думаю, что и от вас эти вопросы посыпятся по налоговой оговорке. Что касается
в этом налоговой оговорке. Вообще кто-то говорит, а что это такое? Так прям много обсуждений вокруг этого. На самом деле это никакой не новый инструмент для защиты от контрагентов. Мы с вами не всегда не можем быть 100% уверены в своих контрагентах. И это понимают абсолютно все. Но проявлять эту осмотрительность должны мы раз, а во-вторых, хотелось бы еще и защититься какими-то такими инструментами, конструкциями. И вот как раз вот раньше единичные договора были, и многие даже контрагенты просто не соглашались прописывать налоговую оговорку, а сейчас это сплошь и рядом, нужно быть готовым. Вообще налоговая оговорка, она строится либо на основании статьи 406 прим, либо 431.2 Гражданского кодекса уже. Первая минуется как возмещение потерь, возникших в случае наступления определенного договора и обстоятельств. То есть мы с вами в договоре или в документе прописываем соответствующие обстоятельства, при которых могут возникнуть имущественные потери. Допустим, в том числе там, какие-то доначисления по акту налогового органа и там, по решению налогового органа, и мы связаны с тем, что контрагент не будет исполнять свои налоговые обязательства, будет признан технической компанией, например, да, то тогда вот, извините, потери нужно будет возместить. А иногда даже привязка здесь, что на основании или сколько получения уведомления от налогового органа о том, что контрагент неблагонадежный, потому что не исполняет налоговые обязательства, и если я уточню, то тоже. Если контрагент изначально согласится, подпишется под этим. Есть конструкция 431.2, заверение обстоятельств, заверяет меня контрагент о том, что я по сделке абсолютно обязуюсь все отражать в бухгалтерском налоговом учете, исправно платить налоги, представлять документы по запросу налоговых органов, своему и так далее. Если этого не будет сделано, то тогда, извините, в случае недостоверности таких обстоятельств, мне заверяют, но ничего не сделано, заплатил НДС, соответственно, у меня возникают убытки, связанные с доначислениями налоговых органов, тогда возместить надо. Кому подробно интересно это разграничение, в частности, я думаю, что интересна будет вам статья, вот здесь ссылочка есть, она будет у вас в презентации, загляните, посмотрите, с коллегами старались, писали достаточно ответы на такие вот популярные вопросы по налоговой оговорке. Ссылочка у вас будет. Идем дальше. Что касается налоговой оговорки. Обратите внимание, тоже есть в двух словах, скажу. Компания получила уведомление о том, что контрагент не платит налоги. Давай уточнись. Компания уточняется, и дальше на основании вот этой вот оговорочки идет и пытается взыскать в судебном порядке своего контрагента те суммы, которые она дополнительно заплатила, уточнившись. Суд отказывает, говорит, не вижу никаких оснований. Тут еще и третье лицо, представитель налоговой службы, говорит, да, что? А контрагент говорит, я не буду, потому что почему? Это только возможно какие-то предположения, что я не исполняю налоговый закон. Где а, где решение налоговой тут нету? Ну, значит, извини, ты сам добровольно заплатил. Раз заплатил, ну, а счет, если нет, ты требуешь. И налоговые органы сказали, да-да-да, все было добровольно, никаких мероприятий там, доказательств у нас нет, у меня вот не решение, поэтому вот здесь вот сам виноват, заплатили. Заплатила, причем на уровне апелляции это дело так и осталось, я вот его смотрю, там касаться нет. А, идем дальше, что касается позиции Верховного суда. Хочу все-таки ложку, надеюсь, что это будет ложка меда в нашей бочке дегтя подложной осмотрительности. Почему объясню? На сегодняшний день на новое рассмотрение от Верховным судом отправлено вот это дело, которое видите сейчас на экране. А в чем вопрос? Ну, опять же, была выездная доначисления из-за контрагента любимого. И попытался здесь налогоплательщик с этого контрагента налоговые доначисления взыскать. Суды не поддержали. Все три инстанции поддержали налоговую, не поддержали компанию, не поддержали контрагента, будем говорить так. Что произошло? Дальше доходит до Верховного суда. Верховный суд на новое рассмотрение отправляет и делает очень важный акцент. Что? Неосторожность при выборе контрагента при заключении договора может служить лишь основанием для уменьшения размера ответственности контрагента-должника, но не полный отказ от возмещения убытков. Ура! Ура, ура, как говорится. Но, опять же говорит Верховный суд,
Возмещение убытков может быть отказано, если будет доказательство того, что налогоплательщик сам участвовал в этом налоговом схематоге. То есть обе стороны договора не являются участниками одного налогового правонарушения. Поэтому суды при новом рассмотрении все-таки должны будут посмотреть, покопаться. В этом деле, насколько я помню, в акте решения не было вот такого четкого описания, что да, вот есть там вина, то есть как бы недоказанное отношение самого налогоплательщика, о чем мы с вами говорили, к этому проблемному контрагенту. Вот, поэтому, то есть можно претендовать, делаем вывод, на возмещение убытков хотя бы в какой-то части, но тем не менее здесь нужно говорить о чем? О том, что большое внимание. Алло, извините. Извините, пожалуйста, как раз по технической части позвонили. Что я хочу сказать? Здесь очень важно следующий момент. То, что суд сказал, что можно претендовать на самом деле на возмещение убытка хотя бы в части. Если тем более не будет вот этих моментов, связанных с тем, что доказано, что я мышленно внедряла техническую компанию, поэтому отслеживаем это дело. Еще очень любопытный кейс, посмотрите, пожалуйста, здесь, что отказали в вычете, о чем я вам говорила, отказали налогоплательщику вычесть по НДС, да, выездная налоговая проверка, он как-то вот, ну, так вот рассердился и говорит, а что-то вы меня тут проверяете, давайте с контрагента, раз он такой нехороший с вашей точки зрения, проверьте его. И дошло дело до суда. К сожалению, ни налоговые органы, ни суды не поддержали налогоплательщика, и было сказано следующее, что именно налоговые органы самостоятельно решают вопрос о том, стоит ли кого-то проверять или нет. То есть именно налоговые органы, а по рекомендации налогоплательщика получается, что нет. И как раз вот те кейсы, посмотрите, то, что я вам говорила в начале нашей беседы, что связано с защитой прав вот тех контрагентов, которые на самом деле не являются недобросовестными, говоря по старинке, да, и не являются техническими компаниями, не исполняющими налоговые обязательства. Попытались взыскать 1 миллион рублей компенсации репутационного вреда. Но, тем не менее, здесь, как мы видим, не поддержали, но в частности того, что договор не был расторгнут, как я вам говорила. И еще важное предупреждение. Посмотрите, пожалуйста. Вот мы с вами говорили о чем? О том, что умышленное внедрение технических компаний и прочие-прочие моменты – это риск налогового доначисления, еще финансовые потери, если сама компания, например, не может рассчитаться по налоговому доначислению. Но еще и возможно, ведь какая ситуация? Именно руководитель, даже больше такое вот уязвимое звено, потому что учредитель компании может взыскать убытки в виде налоговых доначислений, в том числе налоговых доначислений за проблемных контрагентов. Вот кейс, который вы видите сейчас на экране, достаточно свежий, 20 августа 2021 года. И здесь директор приговорил, так это мне рекомендовал с этими контрагентами, настаивал заключать договора. Сам учредитель, который пытается взыскать, суды сказали, сам факт, что действие директора было одобрено учредителем, ну, само по себе не имеет никакого решающего значения, потому что директор несет самостоятельную обязанность действовать в интересах юрлица добросовестно и разумно. Вот, то есть сам виноват, и учредитель руководителя 43,8 миллиона рублей он все-таки взыскал. Поэтому делаем с вами главные выводы. Что же делать? В первую очередь для защиты, конечно же, мониторить изменения законодательства, веяния, тренды налогового контроля, о чем мы говорили, письма, разъяснения ФНС. Да, тем более очень много вебинаров, мероприятий, и мы проводим, и коллеги тоже, да, отслеживать, что происходит. Для чего? Для того, чтобы переносить все это на свою деятельность, а как у нас происходит, и корректировать. Самое главное, действительно важно скорректировать, пересмотреть своих контрагентов. Да, обязательно, чтобы был регламент, стараться проверить, чтобы было понятие, как, чего, и проверять, чтобы работники тоже знали. Да, и, соответственно, хранить соответствующие досье, информацию в отношении контрагентов. И вот эту систему внутреннего контроля, чтобы правильно все это было. И еще, конечно же, многие компании проводят аудит. Почему же не сделать аудит полезным, в том числе и по выявлению налоговых исков, в том числе по работе с контрагентами. Да, в частности, вот наша компания, мы по желанию
клиентов, конечно же, смотрим налоговые риски, оцифровываем их и в том числе проверяем контрагентов. Тем более на сегодняшний день есть возможность более чем по 200 плюс маркеров проверить этих контрагентов, насколько они вообще благонадежные. Поэтому в том числе мы еще и проводя аудит, выявляем налоговые риски, это аудит с гарантиями и со страховкой, мы соответствующий налоговый риск компании «Правовест Аудит» следующие 3 года после проведения этого аудита мы будем вместе с вами отстаивать, будем на досудебном этапе, ваши законные права и интересы. Если даже вдруг суды вынесут вердикт в пользу налогового инспектора, тогда пение штрафа за счет страховки в компании «Ингострах». Поэтому сделайте свой аудит абсолютно полезным. Насколько на сегодняшний день стоит вот эта вот налоговая и финансовая безопасность, можно тоже узнать. QR-код вы видите как раз сейчас на экране. Пожалуйста. А еще, как и говорила как раз я чуть раньше, у нас будут тоже подарки, говорила еще Василя, насколько я помню, да, у нас есть подарок на сегодняшний день, вот акции, потому что 10% выгоды на аудит и на консалтинг до 31 октября. И наши подарки будут как раз горячие линии налоговых юристов безлимитно. Консалтинг будет тоже будет абсолютно бесплатно. Актуализация раздела учетной политики, будут персональные сертификаты об аудите, повышение квалификации для бухгалтеров, 40 часов ИПБ в подарок. И, конечно же, мы рассказываем о практике применения на вебинарах по ФСБУ, в том числе 21-22. Новые все новинки как раз освежим. Поэтому посмотрите, если вам интересно, любопытно, будем рады видеть вас среди наших любимых клиентов. И еще один подарок. Абсолютно бесплатно для всех участников сегодняшнего вебинара видеокурс Ирины Лифтенкевич, как раз КСБУ номер 5 в запасе. Поэтому, пожалуйста, ловите свой подарок, QR-код сейчас перед вами. Вот, ну, а сейчас я думаю, что мы перейдем уже к вопросам. Презентация, не переживайте, обязательно будет у всех. Я сейчас переключаю свое внимание на вопросы. Спасибо большое. Смотрю, их очень много, люблю, когда много вопросов. Что касается у нас следующих моментов. Если в компании один директор, деятельность не ведется, учредители никак не могут определиться, ну, закрыть или нет, это типичная ситуация очень редко. Да, ну, вроде как бы и жалко, а вдруг какая-то деятельность будет вести, зарплату платят, исходя из минимальных по региону, как объяснять на комиссии? Ну, а вопрос, как объяснять на комиссии, честно говоря, для меня немножко удивительно. Почему, Ирина? Потому что сейчас, я думаю, уже как бы отпустила налоговую инспекцию вот эту вот тему, но, тем не менее, здесь смотрите, какая есть опасность, то, что у налоговых органов у них есть возможность исключить из ГУРЛ юридическое лицо, которое не ведет, ну, можно говорить, деятельность не ведется, не представляется отчетность и нет движения по счетам более 12 месяцев. Да? Здесь вот как раз у них есть возможность исключить. И на моей практике чаще всего задаются вопросы вот, в аналогичных ситуациях, они не стоит ли исключить эту компанию, чего вы ее держите. На самом деле, если у вас все-таки ну, вы нулевку представляете, да, даже в такой компании все-таки даже нулевки представлять обязательно надо, потому что мы понимаем, что мы таким моментом представляем отчетность, закрываем возможность исключать компанию из ЕГРЛ. И зарплата все-таки она выплачивается, поэтому как можно и объяснить о том, что компания в связи с такой серьезной экономической ситуацией, в принципе, вообще, да, пока деятельность никак не хотели бы, но не получается, есть какие-то задумки и планы, и тем более вот у нас есть и директор, какие зарплаты все-таки мы выплачиваем по региону, и мы надеемся на то, что мы вот заработаем. Сейчас у нас пока какие-то идеи, разработки, они есть. Нужно понимать, что, конечно, инспекция, если заинтересовалась, то, наверное, периодически будут дергать еще раз после даже таких объяснений. Но, тем не менее, ситуацию нужно пояснить, что компании, возможно, да, планируют дальнейшее развитие, есть какие-то определенные наработки и прочее.
Вот. А просто так долгое время держать, год, два, три, но есть эти компании, которые висят и больше, десятилетиями даже, ну, помните вот эти вот основные риски о том, что возможно исключение принудительной из ЕГРЛ, если есть два вот этих вот момента, нет движения по счетам и не представляется отчетность. И многие компании прекрасно живут и десятилетия, как говорится, и за счет того, что представляют вот эти вот нулевки. Идем дальше. Если договор заключен с индивидуальным предпринимателем, который по факту должен исполнять сотрудники ИП, но ИП их официально не оформляет. Могут ли у нас быть какие-то проблемы с признанием расходов? Да, когда нет официального оформления вообще работников по контрагентам, несомненно, на мой взгляд, могут быть соответствующие претензии, в том числе и вопросы по расходам. Потому что здесь, ну, как бы можно тоже защититься, то есть кем реально выполняли соответствующие работы, то есть объем достаточно был, например, большой, вот на моей памяти претензии откуда вытекали, и сам в единственном виде индивидуальный предприниматель, он, в принципе, не мог выполнить тот объем работ. Сразу возникает вопрос, а привлекал ли он еще кого-то? Если кого, то, да, то есть кто непосредственно был фактическим исполнителем, возникает вопрос. Здесь, конечно, да, поэтому я думаю, что, Ольга, конечно, вопросы будут. Конечно, желательно, чтобы были работники, потому что, как мы с вами уже говорили, численность, я вам показывала письма ФНС, имеет такое достаточно серьезное значение для вынесения того решения, а мог ли в реальности вообще индивидуальный предприниматель, как в данном случае, выполнить те или иные вот услуги по шиномонтажу, в частности, по ремонту и так далее. Или, возможно, все это профанация и эффективность. Не мог он, то тогда кто? Опять у нас возникает вопрос по доказыванию, кто в реальности действительно выполнял. Конечно же, если не дай бог, это будет серьезная какая-то проверка, вы знаете, в том числе с допросами, и будет допрашивать индивидуального предпринимателя, и он будет говорить о том, что ну я-то привлекал, вот у работники есть, у меня какие-то такие-то, дальше уже, ну, это скажет ли он это, потому что вопросы и риски возникают тогда у него, да, вы понимаете. Но здесь тогда вопрос будет решаться через допросы, и что еще будет говорить наш любимый контрагент, индивидуальный предприниматель. У контрагента уточнять самостоятельно ли он будет исполнять обязательства по договору, Анастасия. Да, имею в виду и далее по цепочке собирать такую информацию, или второе колено контрагентов, просто собираем общую информацию, за этот источник хорошо, если информацию в субконтрагенте кто-то еще даст. Я с вами абсолютно, Анастасия, согласна, и сразу после своей точки зрения лично озвучила, что действительно не всегда возможно полный пакет документов даже собрать в отношении контрагента, не говоря, что в контрагенте не всегда контрагент раскрывает, кого он будет привлекать, на то есть его право в рамках гражданского законодательства. Поэтому самостоятельно, ну да, лучше, конечно, уточнять. Если будет вопрос такой, уточнять или не уточнять, самостоятельно ли будет выполнять работу, либо с привлечением кого-то. И важно еще, что у нас будет прописано в договоре. Если он предполагает привлечение кого-то, не надо в договоре закрывать эту возможность, где прописывают очень часто в договоре исключительно самостоятельно своими силами, без привлечения третьих лиц. Ну, к сожалению, часто вот так вот топит, но поэтому здесь мы закрываем возможность, а дальше он кого-то привлекает. Если он, конечно, говорит, кого, да, мы знаем, конечно же, здесь можно попросить уже представить документы третьего лица, а лучше, чтобы этим не заниматься, сделать совсем такой вот шаг очень интересный, где, опять же, наш прямой контрагент, который будет привлекать кого-то, он дает заверение, о чем мы с вами говорили, о том, что привлекаемые контрагенты, они являются действующими организациями, обладают необходимыми ресурсами и прочее, 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 что он это проконтролирует. Это будет хотя бы основание для того, чтобы мы с вами при разговоре с налоговым органом говорили, есть у меня соответствующее заверение, у меня не было возможности проверить, и я не знала, кого именно. Он будет кого-то привлекать, но кого именно, я не могу знать, потому что это коммерческая тайна моего контрагента.
Тем более он дал вот такие вот заверения. Если вот такие заверения ваш контрагент пойдет, это будет прекрасно, это защита будет вашей компании. Так, идем дальше. Так, Юля, добрый день, добрый. Производство ресурсов производитель закупает у многих поставщиков. Нам по всем собирать информацию. Производство, говорю, у многих поставщиков закупает соответствующие материалы. Вы знаете, Юля, вот так вот прям вот сказать, как говорится, не знаю вашей компании вообще какие там обороты, по какие сделки и так далее. Немножко скажу вот так вот, ну, утрированно, исходя из вопроса, то, что я вижу, исходя из исходных данных. То, что все-таки по крупным сделкам нужно проводить действительно серьезные мероприятия, да, особенно по постоянным каким-то поставщикам. Постоянные, получается, что у нас и крупность сразу, да, и имеет место быть. Поэтому по этим, по основным поставщикам, конечно, да, нужно собирать информацию. Если это какие-то разовые, незначительные поставки, то тогда все-таки хотя бы выписку и полномочия нужно получить. Потому что к чему конкретно будет предъявляться налоговый инспектор, иногда бывает так, что несколько мелких сделок составляют колоссальную сумму. И тем не менее, несколько мелких сделок с разными контрагентами, исходя из того, что мы с вами сегодня говорили, позволяет нам с вами сделать вывод, то, что минимальный набор документов и мероприятий может быть приведен. Если у вас много, да, допустим, 10 у вас крупных поставщиков, вот прям постоянных, или одна какая-то крупная поставка, ее все-таки постоянно приравнивать будем, вот тогда да, тогда и качество, тогда и рекомендации, и переписочка наша, и с кем, кстати, мы, скажем так, переписываемся. Очень часто иногда какие-то заявки делает наш, там, мы делаем заявки нашему контрагенту, они нам что-то пишут. Иногда даже эта переписка может являть доказательной базой, действительно реально была переписка. Конкретно я с Ивановым Иваном Ивановичем, вот визит у нас есть. Все, даже вот такие моменты, я все прекрасно понимаю, что сейчас вот вам, может быть, просто говорить, нет, на самом деле не просто, потому что я практика, прекрасно понимаю, что это достаточно серьезно, проблематично, это время, серьезное время затраты, да, вот на поиск этой информации, но тем не менее она нужна, исходя из тех налоговых рисков, которые есть на сегодняшний день. Поэтому по крупным, по основным все-таки ее придется собирать. И не забывайте про ранжирование, о котором я вам сегодня говорила. Добрый день, Мария. В регламенте проверок контрагентов надо зафиксировать и ответственность их за каждый шаг. Нет, регламент на самом деле это регламент, это некая инструкция, как, кого мы ранжируем, какие действия, какие документы собираем. Некоторые, кстати, я видела, что и в регламенте даже ответственные лица прописывают отдельно, такие вот сложные очень пишут таблицы, что вот за этот блок отвечает там вот такой-то отдел конкретные лица. А вообще мы все прекрасно понимаем, что права и обязанности у нас больше, наверное, трудовой договор, должностная инструкция. Именно там должностной чаще прописывается, делается как раз привязка к регламенту, соблюдение требований регламента. Да, это вот как раз Мария об этом. И даже прописывают каждый шаг очень часто. Сейчас, когда вызывают на разговор налоговый орган, говорят, ну, по контрагентам, а действительно ли вы отбираете контрагентов, кто контролирует, кто имеет непосредственное отношение, когда переводят стрелки на конкретное лицо, то как раз и показывают вот на должностную инструкцию. Это лицо, которое отбирает претендентов, должен правильно их ранжировать и проявлять эту осмотрительность. Он очень часто приезжает уже второй раз с пакетом документов и мероприятий, которые он проявил, говорит, что мы сделали максимально возможное, поэтому претензий к нам быть не должно, коммерческая осмотрительность проявлена. Ранжировать контрагентов по какому принципу, Илья? Ну, ранжирование контрагентов, тоже у вас подсказки будут в презентации, по принципу, опять же, нам вот таких вот каких-то жесткие рамки не ставят. Может быть, это даже и хорошо представители ФНС и судей, но тем не менее ранжирование, в частности, советуют по крупности сделки. В первую очередь по крупности контрагента и сделок с ним. Это вот исходя из практики и жизни, в основном это так происходит. Если в процессе сотрудничества... некоторые ранжирования делают, знаете, еще как...
и крупность учитывает, и вообще некие такие вот длительные связи с контрагентом. А давно ли работаем? Если это, ну, какая-то новая компания, тем более информации не так много, не по рекомендациям, то там более серьезные требования, там периодичность проверок чаще, там не, где-то там не раз в полгода, да, чаще проверяются, и с кем конкретно ведутся переговоры, это все фиксируется для того, чтобы, если что. Это, кстати, для отслеживания еще по той же самой дебиторке, это аналогично. Во многих компаниях по борьбе с дебиторкой, вот эти прям уже в электронном виде таблиц, там тоже есть ранжирование клиентов, какие мероприятия нужно проводить, когда дебиторка выросла до такого уровня, там, позвонить, что-то сделать, если до такого-то уровня, то уже претензию направлять, а вот так уже беги в суд, чтобы как снежный ком не нарастало. Поэтому я считаю, что по аналогии здесь можно применять по отношению к контрагентам. И меняются в процессе параметры, это логично, конечно, они могут меняться, поэтому в тех же самых регламентах прописаны случаи изменения, да, каких-то основных параметров, по которым мы ранжируем своих контрагентов, то носится своевременно соответствующие изменения в отношении этого контрагента. Где-то, может быть, снизить требования к нему, а где-то, наоборот, расширить. Так, как учить? А, вот, да, что касается Арины, что касается расходов вследствие по налоговой оговорке. Смотрите, здесь у нас возникает вопрос, я как раз сейчас вспомнила, который я не озвучила, не сказала риски. Смотрите, риски по налоговой оговорке. Вот почему налоговые органы так заинтересованы? Ну, на мой личный взгляд, потому что можно манипулировать налогоплательщиками, вызывая их на комиссию уведомления, говорят, ну ты заплати, а потом на основании налоговой оговорки взыщешь в судебном процессе. Судебные процессы очень разные. Иногда, как я говорю, причины следственной связи не видят у нас суды, уловки. Сам налогоплательщик замешан якобы в схеме, да, не может претендовать на возмещение вот этих вот потерь либо убытков. А очень часто наш налогоплательщик, очень часто наш контрагент просто может оказаться неплатежеспособным. Мы выиграем в суде, но он ничего нам не заплатит. Вот в чем беда. И более того, с полученной вот этой вот суммы мы еще в бюджет должны заплатить 20%. А мы деньги эти, возможно, никогда не получим. Поэтому я это к чему веду? Спасибо, Дарин, за напоминание. К тому, что на самом деле получается, что налоговые оговорки, не надо пугаться, это на самом деле как инструмент защиты. Нужно только единственное не пугаться, что налоговые органы интересуют. Помните, что свободу договора никто не отменял, 421 Гражданского кодекса, статью обязать и заставить нас каждый договор именно прописывать налоговой оговоркой, нас не могут. И более того, даже если есть налоговая оговорка, в договоре либо в дополнительном соглашении с контрагентом, ее применение – это лишь на усмотрение самих сторон. И манипулировать вот наличием налоговой оговорки не совсем, наверное, не очень хорошо, на мой взгляд. Все в наших руках, поэтому помните еще о свободе договора для того, чтобы защищать свои законные права и интересы. Еще по налоговой оговорке еще раз призываю, у вас в презентации будет ссылка на статью, поэтому практически на все вопросы по налоговой оговорке вот в этой статье вы ответы найдете. Мнение ваше, как лучше закрыть с налоговой проверкой бизнес, риски, правда. Как лучше закрыть с выездной налоговой проверкой или продать бизнес? Вот здесь вот как бы немножко хотелось бы более ясности. Или, ну, то есть получается, прошла выездная налоговая проверка, вы хотите сказать, вот если я правильно понимаю, до начисления и закрыть. Но закрыть-то не получится. Смотрите, у нас есть налоговый долг. Да, и налоговые органы, пока мы не заплатим эти начисленные суммы, не отпустят, поверьте мне, не отпустят эту компанию. Сама компания не в состоянии будет расплатиться по долгам, подтягивается, как я вам говорю, эту ответственность финансовая, чаще всего руководители привлекают, бухгалтера, и они из своего там кармана будут платить эти налоговые долги, потому что федеральная налоговая служба на сегодняшний день, вот я просто так смело скажу, что это элитный кредитор. Элитный кредитор –
Это где-то, может быть, лет 7 назад было. Здесь главная боль, основная налоговых инспекторов была какова? О том, что провели проверку для начисления, а потом пшик, нечего взыскать ни с кого. Неплатежеспособное юрлицо. Сейчас этой головной боли нет, потому что юрлицо-то ладно. С физлицом будем взыскивать даже с бывших руководителей, если в проверяемый период он действовал, там что-то схематозил, по мнению налоговых органов. Вот эти моменты, они есть. Конечно, поэтому просто так, конечно, не получится вообще закрыть, как-то улизнуть. Если уже назначена выездная налоговая проверка, говорится, механизм, он уже запущен. Если я правильно поняла ваш вопрос, Ирина, то, Ирина, то этот вопрос звучит так. Если как-то немножко по-другому ваш вопрос звучит, то тогда звоните. Координаты у вас тоже есть, и в презентации уже беседуем в той интерпретации, которую вы видите вопрос. Вот от всей души всех просто действительно благодарю за большое количество вопросов. Вообще очень радостно, когда действительно такая вот активность. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, была вам полезна. От всей души желаю вам прекрасного настроения, здоровья, удачи, успехов. Спасибо за внимание. Наталья, на самом деле это вам спасибо. Очень-очень интересное выступление. И действительно горячая тема. И нашим участникам спасибо за такие интересные вопросы. Наталья, вот вы сегодня говорили про то, что страхуете ответственность по результатам аудита. Мне кажется, это вообще в России, наверное, какой-то уникальный случай, когда... Ну, по сути, никаких рисков для проверяемой компании, потому что, и, скорее всего, конечно, никаких последствий не будет, но если они вдруг наступят, то, соответственно, это никак не отразится на деятельности, собственно, самой компании. Да, Василия, спасибо. Действительно, такой очень важный акцент, потому что мы, я не боюсь, наверное, слова, одни из первых, это точно. Я, честно говоря, не видела больше такую вот уверенность в том, что действительно предоставляется еще и гарантии страховки, потому что у аудиторской компании есть определенные свои страховки, но это, скажем, такие общие моменты для аудиторской компании. А вот у нас да, действительно эксклюзивные такие моменты, то, что мы выявляем налоговые риски, их оцифровываем, показываем, что где не так, даем советы, как можно в рамках действующего законодательства подправить ситуацию, чтобы не привлечь внимание налоговых органов. И если все это исполняется, конечно, у нас будет страховка и гарантия аудит, то соответствующие вот эти 3 года, почему мы 3 года выбрали, да, потому что это как раз период, когда есть риск назначения выездной. Вот тогда наши клиенты живут спокойно, потому что мы вот прям круглосуточно, если что, да, мы отвечаем на вопросы, боремся с налоговыми органами, если предприятие абсолютно незаконно, защищаем права и интересы. И в любом случае, да, пени, даже если суды вот так профискально вынесут решение, все прекрасно знают, что 84% сейчас в пользу же налоговых органов суды выносят решение, но тогда получается, что пени штрафы за счет страховки в НГ-страх, да, такое смелое решение. Поэтому будем рады видеть среди наших любимых клиентов всех участников. Да, спасибо большое. Да. Которых в защите, да. Спасибо большое еще раз. Всего доброго. Спасибо еще раз, Наталья. Мне кажется, это вообще идеальный вариант. Друзья, обратите внимание еще, пожалуйста, на ссылки с подарками. Ими можно воспользоваться в любой момент. Но вот по части, если говорить про скидку на аудит, у нее есть срок действия, поэтому не откладывайте. И до новых встреч. У нас еще ни одно мероприятие запланировано с экспертами правовест аудит, поэтому следите за нашими анонсами. А материалы сегодняшнего мероприятия будут доступны буквально в ближайшее время на этой же странице. Также будет рассылка, друзья, и в нашем телеграм-каналах и чате тоже все будет выложено. До свидания и до новых встреч. До свидания.